Всем привет, мы находимся в нашей любимой игре Клондайк. У нас на острове есть задание. Надо открыть все тайники первопроходца. Я нашла две штуки пока ведь. Ну что ж, давайте мы сейчас откроем один тайник. Ой, я уже его потеряла. Очень прикольно. Только что видела. Ладно, давайте откроем этот и посмотрим, что с него выпадает. Энергетики, еда, ключи. Очень прикольно, между прочим, открыв такой тайничочек, можно потом. Ну, я ж только что видела второй. Вот он и нашелся. Открываем. Теперь я смогу откусить немножко больших камней. И, в принципе, мне будет проще их убрать. И методом исключения выбираю, конечно, самые маленькие, 195 ударов. И убираю 102 удара. И теперь этот камушек для меня больше не составляет никакого труда. Сколько здесь? 180? 180. Давайте этот уберем. Все, теперь он тоже на 93. Ой, а сколько у меня здесь? 105. Жалко, чуть-чуть. Я перестаралась. Засмотрелась. Ну ладно, ничего, бывает. Сейчас я отвезу домой. И чуть-чуть энергетиков добью, чтобы уже убрать я этот камень. А на этом все. Мы нашли тайнички и будем искать следующий. Пока-пока.